В мае 2014 года в Сарове появилась организация «Дети войны», которая объединила в своих рядах тех, кто помнит о страшных годах лишений, страха и непосильного труда, кто понес на своих хрупких детских плечах тяжесть Великой Отечественной войны. Сегодня «Дети войны» — это не просто люди, которых объединяет общая история и общее прошлое, но и объединение, которое ведет активную общественную и патриотическую работу. Сейчас в нашем городе насчитывается 3720 детей военного времени. Большое спасибо правлению Саровской городской организации «Дети войны» за то, что эта ветеранская организация имеет свое мнение. Она никого не боится, к ней прислушиваются, и всегда у Надежды Викторовны есть что сказать. Это очень приятно. Я вижу, как относится в городе молодежь вашей организации. И это показатель того, что вы очень хорошо и плотно работаете с молодежью. И это замечательно. Причем вы работаете, многие, абсолютное большинство наших местных отделений работает тоже с молодежью. Но у вас эта работа поставлена планово, систематически, очень точно. И это является следствием того, что было заложено в самом начале создания этой организации. Городская организация «Дети войны» посещает школы, вуз, техникум и учреждения дополнительного образования, проводит уроки патриотизма с ребятами и встречи с военнослужащими, участвует в посвящении в пионеры. Также организация выпустила уже 4 сборника воспоминаний детей войны. На очереди 5-я книга, которую планируют выпустить в середине августа. Ветераны добились принятия закона о присвоении статуса детей военного времени. Теперь они работают над тем, чтобы закон предполагал и определенные льготы. Еще одно направление, кроме патриотического воспитания молодежи, это в нашей работе было добиться принятия в Нижнем Новгороде закона о детях войны, добиться статуса детей войны. Наконец-то этот закон вышел, да, Александр Александрович? Вышел. Статус есть, но в этом законе ни одного слова о льготах детям войны. Продолжаем бороться за то, чтобы были льготы все-таки детям войны. С 10-летним юбилеем организацию «Дети войны» пришли поздравить пионеры Дворца детского творчества. Ребята подготовили ветеранам творческие номера. На праздничном мероприятии наградили самых активных членов организации, которые вносят большой вклад в ее работу. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.